Ваш долг в тылу, как подвиг ратный, страной отмечен орденами и воинской победой славной гордится выбывших по праву. Учащийся политехнического колледжа Данил Назаров приехал на конкурс, посвященный параду памяти 7 ноября 1941 года в Куйбышеве из Сызрани. В финале молодой человек прочел стихотворение «Воскресный день». А потому что стихотворение, оно самарское, и поэт тоже самарский. И как-то это вот ближе, ну, к сердцу. Всего в конкурсе приняли участие более 5000 человек из разных городов и районов области. В финал вышли 130 юных участников агитбригад, театральных коллективов и чтецов в возрасте от 7 до 18 лет. Здесь ребята не только слушают то, да, о чем им могут рассказать взрослые, а и те единицы людей, которые были очевидцами событий. Здесь они сами творят, они сами стараются пережить эти моменты. Юные таланты представили свое осмысление важности Куйбышева как запасной столицы и парада 7 ноября 1941 года. Для каждого очень важно, чтобы ребенок вырос не только талантливым художником, поэтом, спортсменом. Нам важно, чтобы он вырос настоящим гражданином, чтобы он хотел связать свою будущую жизнь, свое будущее с нашей страной. Подобные конкурсы в Самарском дворце детского и юношеского творчества проводятся со дня первого парада памяти. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.